покаяние и вера – это два таких родственника, которых нельзя разделить. Христос говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Условие первое – это вера. А вера, она исходит из покаяния. Что такое покаяние? У нас, знаете, сегодня многие говорят, покаяние – это просто произнести молитву. Господи, прости меня, грешник. Помоги. Друзья, это не так. Покаяние, слово, означает метаноя. Это его изначальное слово. Мета – это мысли. Ноя – это перемена мысли.